myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Блять, какого черта? Че за херня вчера происходила? Че с моей башкой нахуй? Пиздец. Нужно выйти купить какой-то воды, а то я откинусь прямо здесь и сейчас. Так, раз содовая, два содовая, все, поперли. С вас $10. Да-да-да, хорошо. Фу, я снова живой. Как же это охуенно. Бля, нужно упасть на ближайшей площадке, немного отдохнуть, а то после вчерашнего и пару шагов сделать не особо просто. Парни, я тут с вами посижу, окей? Сюда, нига! Хули пришел? Проблемы? Да не-не-не, чё ты сразу набрасываешься? Дома душно, пиздец. Нужно просто на улице где-то посидеть. Тут хоть ветерок, вся херня. Так чё, я присяду тогда? Ага, садись давай. Поставив бутылку спранка на стол, уселся на диван. Ха, ебать, и минуты не прошло, а там уже какие-то терки происходят. Ну да ладно, я пока что просто в спокойном режиме попивания водицы. Чё в рюкзаке? Да, там только спранк, да и все. Кинул рюкзак в сторону Эрика. Там все чисто, не беспокойся. Так чё, все окей тогда? Начав тянуться к рюкзаку, дабы забрать его. Эрик успокаивается, берет один спранк из рюкзака, попивает его и кидает рюкзак прямо в лицо парня. Эрик, сядь, расслабься. Я спокоен, чел. Чё-то по его действиям я бы, честно говоря, не сказал, что он особо спокоен, но да ладно. Положив рюкзак около себя, продолжил периодически попивать спранк, осматриваясь по сторонам. Допивает все содержимое из стакана и, размахнувшись, кидает его в Дугласа. Невозмутимо хохочет. Ладно, ладно, я понял всю хуйню. Схватив рюкзак, закинул его на плечо, после чего медленно принялся уходить от парней. Заебись я, конечно, посидел. Спранка попил, с парнями пообщался. Прям лучший из всевозможных раскладов. Ты куда? Да, тут какие-то агрессивные вы, я хрен знает. Может, отойдем? Базар есть. Ну, погнали, чё уж. Как-то, честно говоря, я сейчас опасаюсь за здоровье своего персонажа, а то парни здесь вроде не особо на позитиве, а сейчас так вообще, я не удивлюсь, если меня просто возьмут да пристрелят. Ну да ладно, обратного пути уже нет. Короче, с пушками умеешь обращаться? Ха, воу, а чё такое? Протягивает правую руку в карман, нащупывает свою бандану и высовывает ее, показывая Дугласу. Знаешь, чё об этом свете? Может, он связан с кем-то? Да, если честно, то не особо в курсе. Ты в банду попал, семью, не знаю, как сказать. Я? Или чё? Я просто присел расслабиться чутка в компании, да и все. Но как-то по итогу один из ваших решил меня, мягко говоря, нахуй послать. Да ты, блять, ты с пушкой обращаться умеешь? Ну, был подобный опыт. Ты будешь типа под крылом, хе, бабло с нами мутить, все дела. Оборачиваясь, осматривает парней, явно начинает переживать. Вот как-то за время нашего диалога слишком резко парни начали сюда подходить. Короче, ситуация явно заходит не в лучшее русло. Ну, парни, я по сути за любой движ, а если он еще и бабло приносит, то вдвойне за. Сжав крепко кулаки, начал наводить серию ударов по голове Дугласа. Вот, собственно, и то, чего я опасался. Короче, видимо, история Дугласа закончится, так и не успев начаться. От нескольких ударов Дуглас отключился, в районе головы довольно быстро образовалась лужа крови. Нагинается к парню, протягивает обе руки к его ногам, потащил к стене. «Эй, ты живой?» «Ебать, и чё с ним делать теперь?» «Так, игрок Брайан Уайт предлагает вам вступить в грув, вы согласны?» «Да, интересно, я, конечно, сходил в магазин и по итогу оказался в банде. Только я так умею, серьезно». Открывает дверь, бросает Дугласа на кровать. Убегает из комнаты, наливает воды в бутылку и возвращается к Дугласу, обливает его водой.
Где я? Какого хера? Провел руками по лицу, после чего глянул на свои ладони. Чё у меня с ебальником? Это типа обряд был, братишка. Полежи тут, отдохни. Только чтобы копом не распиздел. А если распиздишь, то хуже будет. Испытываем тебя. Вроде парень нормальный. Ты у нас под крылом типа. Ха. Ладно, я пошел. В общем-то, подводя общий итог ситуации, я просто хотел замутить какую-то РПшку с парнями, а в конце концов мне кинули инвайт к ним в банду. Так что, если есть желание, то тоже можете приходить на район, как-то типа РПшить и присоединяться к Groove Street Motherfucker Family. Ну и по стандарту, с вами был Беринг, второй сервер Trinity, и до встречи.